Специалисты надзорного органа проверили торговую сеть как раз. Поводом стало коллективное обращение сотрудников в прокуратуру. Работники магазинов жаловались на систематические задержки заработной платы. В конце августа были закрыты 11 розничных точек. Работы лишились более 200 человек. В Советском районе из 12 магазинов в 3 сотрудники прокуратуры города обнаружили нарушение сроков выплат, в том числе социальных. На настоящий момент белая часть задолженности перед сотрудниками сети погашена. В результате проверки специалисты надзорного ведомства района внесли представление в адрес руководителей всех магазинов. Им грозит административный штраф до 5000 рублей. Вопрос о конкретном лице, в отношении которого будет возбуждаться дело, в настоящее время еще решается, поскольку все директора в 3 организациях, которые были нами проверены, были уволены в августе 2016 года.